Привет. Любят ли в Польше собак? О, да. Даже мы не удержались и 5 лет назад, еще не имея толком легализации и четкого представления о будущем здесь, как настоящие собачники завели Бигля. Знакомьтесь, это наш Лаки. Подписывайтесь на его Инстаграм, так как он гораздо популярнее нас, у него больше 10 тысяч подписчиков. Ну и подпишитесь на нас, чтобы нам его догнать. Когда Лаки был совсем маленький, он убежал от нас. Мы перепугались, честно говоря, думали, что уже его потеряли. Но не тут-то было. Буквально через час мы узнали, что он уже находится в приюте в другой стороне Варшавы, куда его женщина доставила, увидев одного гуляющего по улице. Бездомных собак, кстати, в Польше нет. В ходе прогулки с Лаки я покажу все прелести жизни в Польше для собаки и его хозяина. Непосредственно около дома гулять нельзя. Ну, буквально в 20-30 метрах от дома есть мини-парк с калиткой, где нужно и можно гулять с собакой. Правда, надо не забывать убирать за ним. Такие парки есть практически у каждого дома или на несколько домов в современных районах. Лаки, 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 Лаки. Ни одна прогулка не обходится без встречи со знакомыми собаками. Соседскими собаками, потому что собак в Польше много. Если надоело гулять в парке, можно пройти насквозь и выйти к Висле. Вот и она. Похоже, Лаки мучает жажда. А теперь мы пойдем по дороге вдоль Вислы, которую уже упоминали в одном из сюжетов ранее. И где-то через 400-500 метров придем на площадку для выгула собак. Сегодня здесь никого нет, и у Лаки полное раздолье. Согласитесь, класс.